Ивановский цирк отремонтируют. Долгие годы областные власти пытались добиться этого у руководства Росгосцирка, так как здание находится в федеральной собственности. Наконец, решение о включении здания в программу «Культура России» было принято. Губернатор Ивановской области Михаил Мень встретился в Москве с директором Росгосцирка. Напомним, что на недавнем заседании областного правительства глава региона пообещал вплотную заняться судьбой учреждения. Внешний вид здания цирка, по мнению губернатора, позорит центр города.